Привет, привет, мои хорошие. Тот же день, суббота. Мы всей семьей пришли в ресторан поужинать. Дочь тоже присоединилась к нам. Заловка с мужем, соседи, все ужинаем. До сих пор дети немножко капризничали, дочь капризничала, кормила дочь. Сейчас заловка забрала ее. Мы в том же ресторане, в котором отмечали Новый год. Я вам здесь все уже снимала. А вот она, наша красавица, пришла. Постриглась. Народу много. Зулечка качает коляску, забрала у меня. Мою тарелку наполняют и наполняют. Я пока еще ничего не попробовала. Сейчас буду пробовать хотя бы. Так, пока я кормила дочь, я вижу, здесь появилась местная вот эта мелкая рыба. Я забыла, как она называется. А, хамси. Бухамси мы? Сардалия. Сардалия. Ну, в принципе, для меня одно и то же килька. Это грибочки, я люблю. Это кальмары. Так, не очень. Вот это я не поняла, что это. Шефки, это боста какой-то, вот это вот. Бупататы с ними? Бупататы с бензио. Это блюдо, я не знаю это блюдо. Ну, говорят, Зулечке понравилось. Салатик тут, ну и дальше будет рыбка и так далее. Вот там Мурат наш. Муж ест, ест, ест. Там. Ну и, конечно же, местная водочка ракы. Всем битердин, да, мэ? Афтерин. Заловка ушла там подальше. Здесь куча залов. Новый год, где мы отмечали, там прямо большой зал есть. Там прямо большой зал видела? Прямо большой зал видела? Там отмечали Новый год. Вон она, моя капса. Шумно, но так народу немного, я не знаю. Ну, здесь всего-то несколько столов занято, но шумно очень. Все, перекушу я. Итак, птенчиков своих я обоих накормила, уложили в коляску, все с ними повозились, и Заловка, и папа, и Зуля. И теперь я вышла на улицу, то есть на веранду, они спят. Хочу, чтобы они поспали, здесь все-таки ресторан прямо у моря, и чтобы подышали еще свежим воздухом. Вот. Ну, я надеюсь, сейчас они уже до дома не проснутся. Вообще было хорошо, конечно, на свежем воздухе их оставить спать, но нельзя, потому что здесь улица. Вот видите, выезд на улицу. Веранда не закрытая, и стол у нас далековато от стекла. Вот. На свежем воздухе, конечно же, все-таки дети спят намного-намного лучше. Устала я сегодня, устала, потому что проснулась и болела у меня спина. Не сразу с утра, она у меня прихватила после того, как я таскала сына на руках. У сына есть в последнее время привычка. Он чуть-чуть поест и начинает капризничать. Я его беру на руки и немножко укачиваю, кормлю, тогда он ест. И вот утром я его точно так же кормила, прихватила спину и все. И вот целый день он не отпускает. Я сегодня первый раз поняла, что такое, когда болит спина. Кстати, помните, я постоянно говорила, что после рода, после наркоза у меня болела поясница. Это была другая боль, а это другая боль. Та боль у меня прошла. Остеопат, кстати, меня ее вылечил после 3 сеансов. У меня она прошла, я даже не вспоминаю о той боли. Ну вот, надеюсь, эта боль тоже пройдет. У меня такой первый... блюдо. Это то, что я поела, точнее, это не блюдо были, это были закуски. Закуски мне понравились все. Кроме вот этой вот кильки, кильку я не ем. Наверное, ко всему привыкла, но вот именно к этой мелкой кильке я не могу привыкнуть. Ее я не поела. Сейчас должны принести основное блюдо, это рыба. В этом ресторане рыбу я ем, в принципе. Она мне здесь нравится. Сегодня тоже я ее съем. Вот. На улице не холодно. Видите, я в одном свитере. Абсолютно не холодно. Наверное, градусов 12, может, 13, точно не знаю, но хорошо на улице. Хорошая такая погода. А вот так вот в ресторанах вы можете подойти и выбрать, какую рыбку вы хотите. Но здесь, в принципе, особо большого выбора нет. Выбираете рыбку.
Вот это килька, я ее килька называю. И вам ее готовят. Мы заказали, по-моему, вон те большие рыбки. Здесь же закуски местные. Всякие разные. О, так. Вообще, это ресторан морепродуктов считается. Морской ресторан. Рыбный ресторан, точнее, морской. Сладости. Потом в конце, скорее всего, нам принесут вот эту сладость. Это айва. Кажется. Да, инжир я вижу, тыква и айва. Инжир я не люблю, тыкву вот такую вареную люблю, а айву, конечно же, люблю. А дальше что это, интересно? Я это не помню, что. Там кухня. Это, конечно же, от сглаза обязательно. Тут все вокруг верят в сглаз. Меня вся семья убеждает повесить детям вот эти всякие назар-бунджуки от сглаза, чтобы, не дай бог, моих деток не сглазили. Я сопротивляюсь всеми силами, говорю, что я в это не верю, только в силу Всевышнего, и все. Я вот в таком вот виде в чем была, в спортивном костюме, в том и приехала. Так, здесь у нас улица, и вот прямо вот море, где мы сегодня гуляли. Вон корабль, если вы видите. Мужичок зовет в гости. Ресторан называется вот так. Юсуф рестораны. Ресторан Юсуфа. Как бы здесь цены. Но они, скорее всего, меняются постоянно. А семья моего мужа ходит в этот ресторан лет 20 точно. Да, очень-очень много лет они сюда ходят. А вот еще закуски. Ну, в таком виде их уже приносят, подают на стол. Подходите, выбираете, и вот такую же тарелочку вам принесут. Ну, из того, что мне нравится, здесь что? Вот эти водоросли, вот эти вторые, и все. Это, по-моему, баклажан. Детки спят. Народу все меньше и меньше, все тише и тише, это хорошо. О, принесли нашу рыбу, посмотрите. Ну, она уже разрезана, все, чтобы нам было удобно кушать. Вот это с мы. Там еще картошка и лук. Арби, давайте вообще. Яны. Бенджем. Арби, где я пошел? Тряпка платье. Да. Привет, привет, мои хорошие. Доча тоже привет, привет. А что ты мое платье убрала? Это, кстати, желтое платье было под цвет, под вот эти вот полосочки. Костюмчик. Ой. У меня сегодня постельный режим. Я болею. У меня болит поясница. Вчера было нормально, оказывается. Вчера, оказывается, это была не боль. Сегодня очень сильно болит. Муж мне помазал мазью. Боль меньше стала. Я хотя бы могу встать и разогнуться. Да, мамины дочки? А утром я просыпалась детей кормить. Вот в 5 утра, в 8 утра просыпалась. И чтобы разогнуться, прям несколько минут мне требовалось. Расскажи что-нибудь. Не хочешь ничего рассказать? Нет? Не хочешь? Не хочет она ничего рассказывать. Нет. Нет, говорит, я ничего не буду рассказывать. Ничего не буду, говорит, я рассказывать. Да? Кстати, по поводу комментариев, которые мне писали, когда я одежду деткам покупала, зачем столько одежды и так далее. Ну, я не знаю, если вы считаете, что для твоих детей это много одежды,
Я одежду в шкаф не складываю, они у меня носят это все. Поэтому нам это немного. Тут тетя Зуля ходит. Нас отвлекает, как обычно. Да? Где маминя? У меня красавица растет, поэтому как-то я не считаю, что это много одежды. Это даже мало. Иногда вот утром я ее умою, подмою и смотрю, что бы на нее одеть. И не знаю, что одеть. Да, мамина, ну скажи что-нибудь. Она такая, не. Мы вчера ходили в ресторан. Она себя вела там не очень хорошо, капризничала. Ну, это и меня угодить в ресторан. Да, это было понятно, что она будет капризничать, потому что она не любит шумные места. Хотя там не было так прям шумно, но все равно. Как приехали домой, оба ребенка успокоили сразу. Да. Расскажи, расскажи. Да, мамине, куда тебя отвели? Расскажи, расскажи. Сразу говорю, сынуля играет на коврике, пока не спросили, а где сын? Как она внимательно смотрит на эту картинку, слушай. Ой, а что это я тут? Это новый этот. Я ж не нажимала. Смайлики появились какие-то. Я стала кроликом, зайчиком. Я ничего не нажала. Ой, я лучше закрою видео, чем позориться.